Всеми любимый фестиваль «Таврида Арт» в этом году пройдет в новом безопасном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В связи с коронавирусом изменится не только количество зрителей, но и подход к организации. Естественно, желающих посетить фестиваль от этого меньше не становится. «Таврида» — это огромное сообщество деятелей культуры и искусства. И в данном случае это возможность для творческой неравнодушной молодежи, талантливой молодежи проявить себя и, собственно, получить поддержку. Поддержка бывает в разных форматах. Это формат, когда ты можешь свой проект рассказать экспертам и выиграть гранты. Это история, когда ты, как творческая единица, личность, можешь представить продюсерам или еще кому-то экспертам, и тебя могут поддержать в творческом плане. И это огромное сообщество, где-то все друг друга поддерживают. Это Крым, морюшка и вообще потрясающая классная атмосфера. В рамках фестиваля молодежь сможет реализовать свои творческие идеи на практике. Студенты Казанского федерального университета в их числе. Если говорить про студентов КФУ, то это, конечно же, огромное количество классных творческих ребят. В прошлом году достаточно большое количество ребят именно из Казанского федерального представляли непосредственно Татарстан на фестивале. В этом году мы также ждем творческих, талантливых КФУшников для того, чтобы показать всю мощь и величие нашего университета. Принять участие в фестивале могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого до 20 августа нужно пройти регистрацию на официальном сайте арт-кластера «Таврида», заполнить анкету, выбрав профильное направление. Друзья, сегодня последний день. Вот время на исходе. До 20 числа можно подать заявки. Скорее, торопись, и будет тебе счастье.